Привет! Мы на канале Непоседы. Сегодня мы открываем пупса. Ура! Открывай скорей! Вот такой у нас пупс. Огромный. С разными штучками интересными. Он в туалет ходит. Да, самое важное. Он еще кушает. Как его достать? Ой. Давай. Что тут есть? Так, тут есть соска, конечно же. Соска у маленького ребенка обязательно должна быть. О. Пустышка. Что-то я не соображу, как она открывается. Или это две, или это одна. Это, наверное, две. О. Классно. Все такое блестящее. Даже тарелочка. Еще и с ложечкой. Кушай. О. Так. Будет пить. Кашка, похоже, делать. А это вот так. Ого, это похоже картинки всякие там. Думаешь? Да. Фотографии его, да, наверное. А, там надо убрать штучку такую. А тебе так как-то. О, я нашла. А тут резинки надо убрать. Ага, вот, внизу. А тут тоже ноги-то приделаны. Сейчас я тоже уберу. Опа. Что-то разобралась? Смотри-ка. И туда втыкай прям. Смотри. Как же без горшка-то у нас? Туалет-то надо куда-то ходить. Приучать будем даже. Нечего в штаны ходить. Она в плавочках. Вот такой пупсик. Покажи вот так. Мёхонький такой. Смотрите, какая лялечка. Как она у нас будет называться по имени? Ну, Света. Светочка будет. Лялечка Света. Ну, давай. Корми ее или что? Пои. Кормить ее. Она сидеть-то у нас не умеет, она еще лялечка, ее еще не сажают. Да, кашку делать. Нет. Это кашка? Да, делать кашу. Ничего себе. Горшочек, все такое блестящее, модное. Можешь ее памперс садить или как? Или будем на горшок ее сразу садить после еды-то? Она просто пищит. О, вот это каски. Кушать не. Так. Ну, может быть. Тут какие-то разные. Мы водичкой пока попоем. Ну-ка. Что это? Тут все по-английски. Наверное, правда, каша какая-то. Или подожди. Да. Это надо наливать вот сюда. А это что? Это бутылка. Ну-ка. О, как интересно. Да, вот надо водички сюда налить и попоить ее, да? Налили. Да, вот. Налили водички. Сейчас будем лялю нашу поить. Светочка, надеюсь, давай. Она сразу как, не напить. Как лялю давай на ручки. Найдите на сразу, не писи. Ты ее не бойся, она тебя не съест. Может, надо было сразу пампер садить? Или на горшок быстрее садить? Может, хватит ей? А ну, в туалет сходит. А там еще памперсы. Садите ее в туалет быстрее. А, уже. Ах ты, Светочка, не дотерпела. Чуть-чуть.
Все, ждем. Может, покупать? Она же, по-моему, еще плакать должна настоящими слезками, да? Сейчас еще. Ты думаешь, она не напилась еще? Ой. У нее, по-моему, уже мимо течет там. Нет? Ждем. Процесс пойдет или нет? Ой, подожди, у нее уже откуда-то потекло, не оттуда, откуда-то. Ты за шиворот, похоже, налила. Короче, тебе, как маме молодой, нужно еще учиться и учиться. Правильно поить, правильно усаживать, памперсы одевать. Сейчас мы посмотрим, удалось ли ей пописить в горшок. Давай ей пока пустышку в рот положим. Кстати, когда соску отдаешь ей, у нее глаза закрываются. Ну-ка. Ой. Сейчас уснет у нас на горшке прям. Интересно. Ка-ка. Ну-ка, вот это что? Это просто? А, это вот две соски, что ли? Никаких больше звуков она не издает. О, это просто. Да, это просто от той глазки закрывается. Это будет на ночь, а это днем. Вот, даже вот. Вот, даже цветами. Да. Розовая будет сиреневая ночная, а белая будет дневная. Так, а давай вон то еще распакуем. Что это такое? Интересно. Какая-то брошюрка или что это? Что-то писать. Да, может, это когда ребенки, она родилась? Да. Это все ребенки. Давай покажем. Вот здесь Ангелина потом напишет, когда родилась Светочка, какая она была. А здесь ее фотографии. А все мы пока... вот так вот по-взрослому. А я пока... Ты решила памперс распаковать? Да, она же сейчас... Еще бы нам узнать, как она плачет, что нужно сделать с ней, чтобы она плакала. Может, уже можно забирать ее? О, она сходила! Она написала. Все, наверное. Нет, и... еще не все. Капает. Пусть еще посидит. Я не поняла, а это один, что ли, горшок? Это один памперс. А я думала, тут много сразу. Нет, он один. Я тебе потом покажу, как его одевать. Или сейчас один? Сейчас? Так, убираем все бутылочки, пустышки. Только эта бутылочка падает. Надо было, конечно, сначала памперс одеть, а потом уже поить. Все мокрое. Да. Смотри, вот так мы кладем. Так. Мне кажется, это вот теперь, да, вот так. Руки, руки, руки. Там как-то приклеивать. Да, и вот эти штучки вот так вот. Вот, я открыла. Крепляешь и вот сюда. И сюда? Да, вот так вот просто делаешь. Все. Курсе для молодых мам. Не думала, что так рано придется этому учить дочь. Вот как мы это сделали. Теперь она у вас в памперсе, как настоящая маленькая лялечка. Младенец наш. И, конечно, пустышечку. Давай ее положи на ручки. И качай ее, песенку пой ей. Так вот. Давай мы ей вот такую тогда положим. Чтобы она спала. Да, чтобы она уже спала. Покушали, в туалет сходили, что же спать. А мы не накормили ее. Она уже ела. Пила.
пивом. Но она же маленькая, ей в принципе пока только пить достаточно, да? А мы пока попрощаемся с нашими детками, да, зрителями? Пока спит наша Светочка. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И если вы хотите такого же младенца себе, там внизу под видео вы найдете ссылочку и можете заказать себе такого же или немножко другого младенца. Ставь лайк и подписывайтесь на канал Непоседы. Пока-пока.